Здравствуйте, дорогие друзья. Ехала я в метро и увидела вот такую девушку. Чудесная девушка. Мне показалось, что она отличается от всех пассажиров. Вот я пришла домой и решила запечатлеть эту красавицу на акварельной бумаге. Мне показалось, образ этой девушки очень графичным, лаконичным. То есть она во всем черном, лицо и волосы светлые. И это одинокая розочка, обувь тяжелая. В общем, мне показалось это очень интересно. Слегка набросала буквально двумя штрихами карандашом и начала делать красками. То есть это практически набросок красками, без прорисовки. Это настоящий набросок. Работаю я пятнами, светло-темно, очень сильно светит солнце. Очень женственная девушка в юбке. Сейчас это, по-моему, редкость. Все в штанах. Задумчивая. Ну и прижалась к уголочку. Такая скромненькая сидит. Сначала я покрываю все практически одним цветом, ну, только тон немного меняется у черного. Вот одну ногу она выставила вперед, это тоже очень интересно, динамично получилось. Ну, сейчас мода такая у девушек — массивная обувь. Эти пуговицы блестящие, очень графично. Вот немного выступающая одежда из-под пальто, яркая. То есть тут губы красные и вот одежда, там кофточка или что-то. Ну да, кофточка, что же еще. Вот работаю пятнами, то есть я рисую вот падающую тень от лица, собственную тень на волосах, то есть придаю объем. Я еще раз повторяю, без прорисовки, то есть я рисую пятнами. Вот глазницы темные, вот под головой темно. Вот, а голову я с другого кадра беру. Там, где она повернулась в бок. Кстати, я не спросила, как ее зовут. Я взяла телефон, но не спросила, как зовут девушку. Вот я делаю тени. Только тени. Вот не нос, а тень под носом и у самого носа. Не губы, а тень от губ. Брови черные. Очки тоже, конечно, тут все в одну кучку. Очень выразительные очки. В общем, очень гармоничная девушка. Девушка печального образа. Задумчивая.
одна ноздря видна. Работаю я на Фабриано. Крупное зерно. 300 грамм. 50%. Такой контраст между верхом, легким очень верхом, посередине такое среднее и очень тяжеловесные сапоги или ботинки. Отложной воротник тоже очень графичный. Тени от рук, от цветочка, пальто распахнутое поверх юбки. Вот опять я возвращаюсь к первому кадру, там, где фигура полностью. Конечно, если бы это был прям портрет-портрет, я бы все это более подробно рисовала. Это набросок. Очень стремительный набросок. Довольно быстро я его нарисовала. Видимо, девушка не вредная. Один ботинок больше блестит, другой меньше. Там, похоже, маникюр тоже такой черный. Так, розочка. Розочка почти белая, но я ее тут сделала такой. Потом вот я подумала, надо все заканчивать, но решила, а на чем она сидит-то? И решила все-таки посадить на диванчик в метро. Доделываю. Ну, тоже легко, с намеком, чтобы понятно было, что вот это не просто странная поза, а это диванчик. Ну и схему метро чуть-чуть нарисовала. Поручни. Ну, чтобы совсем не было вопросов, что эта девушка так странно скрючилась. Ну вот, а когда я ее посадила, вроде как уже более реалистично стало. Ну и чтобы совсем было понятно, я сделала схему метро. Вот такой небольшой эскизик у меня получился. Вот схема метро. Ну, конечно, она очень примитивная. Ну, понятно, что это метро. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего хорошего. До свидания.